Всем привет, ребята! У нас сегодня организовался шикарный слет грибников. С нами сегодня 9 человек. Это, наверное, самый большой сегодня будет сбор грибов. С нами Майя, с нами Людмила, с нами Елена, Лариса, Виктория. И остальных грибников мы покажем вам чуть позже. Девочки пошли наверх. Девочки, не спешите идти наверх, мы, может, пойдем вниз. Природа тут, конечно, наикрутейшая. Мы находимся в окрестностях Гузерипля. Вон и мужчины наши идут, грибники. Сзади. Мужчины у нас сегодня своей компанией. Очень красивый вид здесь. Камни, высота большая. Вот сейчас мы будем разведывать это место. Природные валуны. Очень красиво в лесу, очень сыро. Ночью был дождь. И в этом месте всегда очень частые дожди. А после дождя очень сильно парит. Хорошее испарение. Самое благоприятное для грибов. Поэтому мы надеемся что-то сегодня найти. Обязательно. Потому что от Краснодара мы проехали очень много километров. Путешествие у нас сегодня было сложное и большое. Поэтому без улова мы сегодня не уедем. Ой, какие, Вика, лисички нашла красивые. Ой, смотри, сколько много. Вау, молодец. Все лисички внизу. Все вниз сейчас ломанутся. Ура! Где наши грибники? Да-да, вон еще грибничок у нас наверху, на самом полез. Это грусть деформированный. Грузди. А это маленький? Маленький. Это валуй. Они... Все, берите, хорошее. Валуи не берем, грузди берем белые. Это грудь, да? Да, перечный. А я нашла лису. Хорошенькая такая, маленькая лисичка, классно. Ой, какая прелесть. О, отлично, что это за гриб такой? Дубовик, ничего себе. О, классно. Хорошие лисички, хорошие. Ну, вообще, малыши. Какая лиса. Красивая. Ой, еще одна под тобой. Ага, вон две. Ой, шикарные. Но они мокроватые, ты видишь? Да, они прям мокрые. Нас преследуют грибники. А, подожди. Так, что тут у нас? Что это, ежовик? А ну покажи. Это молочай, скорее всего. А, это да. И это тоже. И это молочай. Это не лис. Ну, я-то на одну нашла. Ну да, Вика берет, давай. Да ты клади, мы потом переберем. Вот это вот грузди маленькие, классные. Вот груздей я хотела набрать. Вот она же засаливает. Да. Мы берем. Беленькие. Он еще сыроед полно. И белые тоже полно. Так, короче, берем все. У нас старый много. Потом раздежурим. Так, что тут у нас за грибочки? Это у нас пептопорус. Дубовый. Вот два штуки его здесь. Птицы поют, девственная природа, и никого нет, по крайней мере, в радиусе 200 метров. Шикарно, очень влажно во врагах. Грибы присутствуют, лисички, валуи, сыроежки, белых пока не замечено.
Я пошла по другой дороге. Мои грибники ушли дальше, в другую сторону. А я пошла по джунглям. Тут такие вот, смотрите, джунгли. Тут папоротники везде. И я здесь в папоротнике нашла интересный гриб. Я сейчас вам его покажу. Смотрите, растет он в папоротнике. Интересно, что же это? Красноватая шляпка. Я думаю, что он испорчен. Это маховик. Это был маховичок. Он мокрый такой. Размок. Но такой красный, красивый. Ребята, вот моя первая шикарнейшая находка. Смотрите, подберезовик шикарный. Давайте посмотрим его. Видимо, он после дождя, я думаю, мокренький, конечно. Хотя чистый. Классный такой, классный подберезовик. Берем. Ура! Овраги, ручьи, горы. Смотрите, какие здесь каменистые склоны. И после дождя совсем-совсем крошечные появляются грузди. Смотрите, какие кнопочки совсем. Вот этих кнопочек я сейчас и наберу. Смотрите, какие они. Совсем-совсем крошечки. А эти побольше. И этот возьмем тоже. Хороший. И здесь я заметила тоже пару маленьких кнопочек. Шикарные на засол. Идеально. Заприметила отсюда, по-моему, под камнем большой гриб растет. Пойдемте проверим. Вон он. Сейчас вместе с вами мы к нему дойдем и посмотрим, что же это. Ну да, грибок. И это не обман зрения. Тоже ты красавец. Дубовик. Это дубовик. Шикарный. Дубовик оливково-бурый. А здесь я нашла лисичку. Совершенно молоденькую. Видите, там она у нас уже отошла. А здесь, в этих районах, она только-только появилась. Буквально сегодня. Махонькая такая, класс. Еще немножко лисички. Здесь прям порыжила от влаги. Прям рыженькая уже. Но она не такая уж и размокшая. А это что за богатырь попался мне? Давайте посмотрим, что же это. О, ты был белым когда-то, да? И тебя едят мухи. Ох, сколько мух. Да, хороший ты был когда-то. Беленький. Ну вот в моем коробке и подприбавилось. Из найденного лисичка, млечники, пара дубовичков. Дубовички вот такие вот красавчики, видите? Дубовичок, один подберезовик. О, надо лисички, было. Сыроежки. Угу. Там тоже лисички. Дубовичок у него. А тут у Вики и лисичка, и груздя. Что-то груздочков маловато. Тут была бы премьера сезона, если бы ты видела, как я с горы катилась. О-о-о. Знаешь, столько листвы, все клубится, клубится. Пыль такая. Это я уже пятый раз. А листвы вот столько соискали. А где еще грибники? Мы же пошли в трассу, наверное. Мы все решили, что идем к машине, кроме тебя. Вы поняли, да, что я еще там? Ну, вообще-то мы гадали, где ты выйдешь. Мы идем фотографироваться. Товарищи наши остались позади. Проехали мы такое красивое местечко. Это гранитный каньон. Мы подъезжаем уже тут к Гузериплю. Там очень красиво. Внизу река Белая. На горных вершинах растут сосны и пихты. Ой, как красиво, смотрите.
Так, вот там вот у нас девочки в тот лес пошли. Лена сюда. Смотрите, в какой мы красивый лес приехали. Здесь у нас ельник. Замечательный ельник. Там березовая роща красивая. Вот ребята потом туда сходят. Там дальше тоже ельничек вперемешку с березничком. Вот мы сейчас и будем исследовать вот эти вот настоящие классные красивые местечки. Проверим, что же у нас здесь растет. А вот и мои первые находки. С этой стороны у нас растет калибия веретеногая, а с этой два прекрасных, прекраснейших маховика. Отдайся. Ой, козлята, ребята. Ура! Смотрите, какие классные грибы. Супер. Здесь у нас растут мухоморы серо-розовые, значит, тут рядышком тоже должны быть хорошие грибочки. Ой, какая поляна красивая, Лариса нашла. Серо-розовые мухоморчики. Значит, рядом и должны быть хорошие грибы. Вот он. Ух, ой, большой, ребята, какой красивый. Ну-ка, давай, показывай на камеру, доставай. Очень красивый грибок. Ой, ну классный все равно. Все равно красивый. Ой, забирай на сушку его. Классный. Не, сильно червивый. Ой, ну что ты. Ну, сильно червивый. Ой, ну да, ладно. А там два, два. Один вон еще рядом. Вон еще какой-то. Ну, он, видимо... А ну-ка, показывайте. А ну-ка, давай посмотрим, что это. Ой, какой он красивый. Ой, он пустой, пустой. Ну, все равно надо сорвать, посмотреть. О-о-о. Я же говорю, он уже пустой, пустой. Поздновато, сразу... да? Как вы там? Опа. Да-да, посеять надо. Ой, два бабка. Лена нашла два бабочка. Вон один. Ой, какая прелесть. Молоденький. А этот постарше. Класс. И маленький. Ну, здорово. Ну, да. Жизнь налаживается. Лакун и валисна. Это не вам. Очень тоже полезная травка. Прям вообще замечательная. Лакун и валисна. Он пахнет, наверное, как мята, да? Нет, он не пахнет. Мята вообще не пахнет. А это репешок, который очень хорошо для печени, для желчного пузыря. Замечательная травка. А грибов нет. Нет. Грибов? А грибов нет. А земляника есть? Нет, представляешь, вот листья есть, а самих ягод нету. Не знаю, или уже просто до нас кто-то прошелся, собирал. Ну, листьев масса, а ягод нет. Так что вот так. У меня вообще ни одного гриба нет, даже там, когда ходили. А сейчас мы с вами проведаем березничок. Тут где-то гуляют наши грибнички. И я думаю, может быть, что-то да они оставили и мне. Мокренько так в лесу. Хорошо. Ну чё? Мухоморов полным-полно. А там? Я туда не ходил. А должно быть. Управа такая. Земляничка есть. Грибов не найду, земляники наберу, зато хорошенькая такая стоит. Какая красивенькая. В колючки залезла. Да, земляничка есть, много тут ее. Вот хороший лес. Вот понимаю я среднюю полосу, как классно. Там в бору и земляничка. И под березовики, и под осиновики. У нас такого тут нет. За такой красотой нужно нам ехать очень далеко. Так, что-то тут у нас растет. Кто ты, кто ты? Давайте посмотрим, что это такое. Ай, дубовичок. Когда-то был. Какой красненький. Красивый. Еще парочку нашла. Даже нет, даже три.
Вот и сходила на разведку. Смотрите, вот один дубовичок. Вот второй. Отломался с щепки. Вот третий дубовичок. Вот такая вот лепота. Наконец-то добралась. А это что? О, земляничка, классно. О, нашла землянику. А это я не знаю, что это за. Ну что, это зверобой. Нет, это точно не зверобой. Сравнивай. Опаньки. Ну ладно. Так уж и будет. В грибах я лучше. Нет, репешок спросила. Вот он репешок. Это репешок. Он вот желчный, печень, желудочная очень хорошо. Весь забираю он. Вон его, видишь, сколько? У меня тут поселки, знаешь, у кого растет? Я насобираю. Мама всегда его собирала. А здесь душицу что-то не заметила я, чтобы росла душица. Надо было где-то в тенечке. Смотрите, какой тенечек. Нет, знаешь, когда мы тут располагались, вот тут как раз тенечек. А я был. Да, был тенечек. Тучка была здесь. Ой, еще. Главное, чтобы все нашлись. Еще. А вот сюда кое-где. Как вы туда нашли? Маховички. Костяныч, по-моему. У Костяныча свой канал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Подписывайтесь. У него там что-то, походу, интересное. Мы еще не дошли туда. Мы обязательно посмотрим, Костяныч. Меня не залазьте. Ну, расскажите о впечатлениях. Классно. Виктория, как тебе? Грибов нет, устали, как собаки. Но счастливые. Зато наелись. По полюсу полазили. А я просто люблю лазить. И я просто люблю. Я когда по горам хожу, то я усталости не чувствую. Я тоже. Я чувствую себя вообще классно. А домой приходишь вообще вот такой освобожденный. Да, вы не видели шоу. Камень сбросил. Я с таким фейерверком летела с этого самого. Летела она с этого оползня. Смотри. Вау! Сыроежек. Ничего себе! Марий, некогда ой, было. Класс. Дай хоть подержать, а. Но. Я, знаешь, зашла в лес и говорю, хоть бы один грибочек, нашелся беленький. Лянь, хоть какой, один. Девчата. И опаньки. Ой, лянь, какой пузатик, какая. Посмотри. Ай. И сложите на это. Класс. Держи. А, да? Спасибо. Классно. Пахнет, наверное. Обалденно. О, а смотри, какой классный. Смотри, какой чистый. Они пахнут классно. Губка белая-белая. Вот этот поверхность. Поеденный, такой, правда, да. Такая, но зато какой красивый. Да. Какой, да. Хоть подержи. Саш, скажи, подержи, что зараза. Дай подержать хоть. Да? Я говорю, дай подержать гриб. Я говорю, дед там ходил? Он же не зря ходил. Он оттуда вышел с белыми грибами. Думаю, дай я похожу, туда поищу. Ходила. Они вон, слушай, они сидят. Ну, мы заходили с той стороны. Надо бы как с земляникой. Вот так. Ого. Потому что вот так. Под короткими кустиками. Мы оттуда зашли. Я говорила, что сюда. Мы заходили вот оттуда, как остановились. А отсюда мы не заходили. Вот тебе и березнячок. Я шел себе по дорожке. А теперь идут споры. Споры. Кто, куда и почему не пошел. Но мы там были. Она там кричала. А там она тоже еще что-то нашла? Не знаю. Она даже. Может, она я кричала, Майя, она. Я уже давно вернулась. Это вообще чистенько. Класс. Вообще здорово. Тащит, наверное, от грибов. Полное ведро, наверное, да? Не, одни валуи. Полное ведро горе. Зато зверобой. Там нашла. Лариса, вот, да? Да, это зверобой. Да. Мари, кого я там нашла. Классные вообще. Вот этот особенно. А это чистенький. Такие вообще настоящие, как из сказки, да? А да, аромат, да? Вообще. День был классный. Мы погуляли от души. От мы души. Сегодня очень много мест очень посетили. Нашли очень много разнообразных грибов. Мы наконец-то все познакомились. Навсегда. Вообще. Это будет, я думаю, не последняя наша поездка. Не посетим надеюсь, еще нет, очень да, много мест. Поедем на рыбалку. Хорошая, тепленькая подавалась. Да. Край у нас чудесный, мест много хороших. И мы еще не все облазили, кстати. Да, 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 грибы да, у нас только начинаются, что можно да, сказать. Да. Так что дожди подписываемся. Пошли. Россия, гонитесь за нами. Догоняйте. Очень много. И мы не будем, и мы вообще вам не скажем, что у нас тут 15 человек ездило. И две машины. Главное море удовольствия, правда? И две машины заменили. А мы
Главное, как в спорте. Главное, не потеряла на счастье. Да, да, да. Главное, всем удовольствие подоставилось. Все, поэтому будем прощаться с нашими зрителями. Кто посмотрел и погулял с нами, всем спасибо. Главное, подписывайтесь. Подписаться обязательно, потому что впереди только самое интересное. Все, всем пока. Пока. Пока.